Демографический взрыв во время пандемии и карантинный бэби-бум. Так эксперты называют увеличение показателя рождаемости в республике. В прошлом году на свет появилось 430 тысяч маленьких казахстанцев, а это абсолютный рекорд в истории независимого Казахстана. Максимальный пик рождаемости был лишь в 1987 году, но тогда эта цифра составила лишь 417 тысяч человек. В первые же три месяца этого года в республике уже появилось на свет более 100 тысяч детей. Наша область в число лидеров не входит, однако рождаемость, отмечают специалисты, как и в прошлом году, так и в текущем остается на стабильно высоком уровне. Стабильно, вот что в прошлом году, 2020 год, если включительно взять, и вот на сегодняшний день, если в 2020 году у нас зарегистрировано акт гражданского состояния 2209 детей, то у нас по этому году, по 2021 году идет 2205 детей. В принципе, стабильно стоим на одном уровне с прошлым годом. Пик рождаемости за истекшие 6 месяцев пришелся на март. На 360 увеличилось число кустанайцев. Причем девочек рождается больше, чем мальчиков. Закрепилась и еще одна тенденция – давать малышам необычные имена. При этом нередки случаи, когда выросшие дети обращаются с целью сменить имя. Самые популярные имена – это Ирина, Дамир, Гульмира. Вот редкое имя у нас было, девочки дали имя «Богиня». Тамирис тоже как бы считается такое популярное имя, часто называют деток. Потом вот даже имя мальчика Игнат, Нурай, Ратибор мальчик был, тоже такое редкое имя. И если рождаемость остается на одном уровне, то вот связывать себя узами брака кустанайцы стали чаще. На это не оказала влияния даже мировая пандемия. В июле 2020-го появилось 256 семей, а за неполный июль этого года уже 299. Жизнь на месте не стоит. Регистрация, заключение брака. Мы работали в пандемии, закрывали, даже вот закрывали все государственные органы. Мы работали через портал электронного правительства, все заявления принимались и в любом случае выдавались документы. Как в прошлом году, как и в этом году у нас регистрация брака так и продолжается. На сегодняшний день, включительно 27 июля, если взять, сегодняшнее число не будем брать, у нас зарегистрировано 1864 граждан по заключению брака. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было заключено 966 браков. Специалисты отмечают значительный рост. Традиционно самыми популярными свадебными месяцами в Кустанае становятся июль и август, а также все зеркальные и красивые даты. Однако торжественных регистраций брака по-прежнему не проводится. Молодожены приходят вдвоем и забирают документы. Хамза Нурпеисов, Яна Гала, РТН.